приближается день X, 23 февраля. Количество женщин в торговых центрах и мужских магазинах заметно вырастает. Всех их объединяет желание порадовать своих мужчин необычным подарком, но задача не из простых. Чего хотят мужчины и знают ли об этом женщины? Ответ в нашем сюжете. Как правило, список подарков на День защитника Отечества повторяется из года в год. Инструменты, подарочные сертификаты, парфюмерия, одежда. Большинство женщин подарит именно это. Но давайте попробуем найти формулу идеального подарка. Быть может, он отличается от тех, к которым мы так привыкли. Каждый ждет чего-то своего особенного. У меня сын. Для него идеальный подарок, наверное, то, что я к нему приеду, он пошел у меня в Москве. Вот. Ну а мужу, как обычно, носки, туалетные принадлежности. Ой, ну вообще я стараюсь как-то покреативнее что-нибудь придумывать. Какие-нибудь ролики с фотографией. Можно стихотворение рассказать, можно песни спеть или открытку красивую сделать. Ну, например, подарить букет из шаурмы, я не знаю. Внимание, я думаю, самое главное. Теплоту от женщины, внимание. А вот Светлана уверена, что лучшим подарком мужчине будет он сам, а точнее его маленькая копия. Такие текстильные миниатюры не останутся без внимания, ведь этот подарок пронизан теплом рук и любовью. Очень оригинальный подарок, очень эксклюзивный, неповторимый. Такой подарок, ну, я не знаю, запоминающийся. Здесь тоже можно сделать легкое какое-то портретное сходство, но уже не касаемо лица, а вот одежды. Вот. Будет и интерьер украшать, и поднимать настроение. Но никто не знает лучше самих мужчин, чего они ждут от близких в свой день. Поздравления просто, например, в устной форме, в письменной форме. Вот это будет лучший подарок для меня. Только внимание. А что ж такое? А что материального? Посидеть, поговорить, вспомнить, как мы в армии служили. Обычно мне парфюмерии дарят. Вот и жду. Я бы, наверное, хотел, скорее всего, велосипед крутой и лучше. Я обычно люблю там паяльники, разное такое, для пистолета мне сейчас нужен, сломался, потому что. Ничего не жду, просто радость, улыбка. Несомненно, внимание для мужчин – это главное, и не только на 23 февраля. Ведь их объединяет желание быть сильными, нужными, незаменимыми, независимо от своей профессии, увлечений и статуса. И главное, чтобы вы не решили подарить своим мужчинам, дорогие женщины, помните, впереди 8 марта. Татьяна Филатова, Айнер Корсаков, Республика.